Алло, бабушка, привет. Привет. Как дела? Все нормально, а у тебя? У меня тоже все хорошо. Хочу тебя поздравить с праздником, который будет через неделю. Что за праздник? С днем пожилых людей. Что? С днем пожилых людей. Пожилых людей? Да. Я хочу пожелать тебе здоровья, побольше счастья, чтобы у вас с дедушкой все было хорошо. Я в центре. В центре? Да, я гуляю, бабуль. А с кем? С другом. А мама дома? Да, бабуль. Я тебе перезвоню, хорошо? Хорошо, целую. Самые яркие. Ну, мы гуляли целыми днями с ней. Она мне покупала все, что я хотела, подарки дарила каждый день. Я ей делала какие-то тоже подарки своими руками. Благодарна за то, что она меня воспитывала все детство, за то, что вложила в меня свои усилия, что вырастила меня как человека.